8 мая, в канун празднования 73-й годовщины победы советского народа в Великой Отечественной войне, делегация администрации города в авангарде с главой города Хасавюрт Зайнуддином Акмазовым посетила ветеранов Великой Отечественной войны. В состав делегации вошли первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов, начальник управления социальной защиты населения Магомед Абдуразаков, председатель Совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Нажмудин Залимханов и многие другие. Делегация посетила участников войны Бадрудина Хабирова, Земфиру Киушину, Малика Черевханова. Глава города Зайнуддин Акмазов выразил слова благодарности и поздравления с наступающим праздником и отметил, что День Победы – один из главных праздников в жизни жителей города Хасавюрт, объединяющий народы разных национальностей. Ветераны войны, в свою очередь, поблагодарили гостей за поздравления, отметили постоянную заботу и поддержку со стороны социальных служб и работников города. Бурлия Цамбиева, Пирмагомед Пирмагомедов, информационная программа «Пульс».